То есть разница вообще, она колоссальная. Автомобиль, который хотел бы себе приобрести любой ровный пацанчик на вашем районе. Грубо говоря, 900 тысяч рублей. За надежность, за комфорт и кайф в целом, и экономичность, это очень хороший бюджет. То есть представляете, сколько всего вы можете сделать, ну, на эти бабки. Айфон еще можно купить себе. Да. И наушники Apple. А можете еще одну тачку, кстати, купить просто, да? Да. Еще один автомобиль. Друзья, всем привет, с вами компания Сферокар, меня зовут Артем. Сегодня я задержался буквально на 5 минут для того, чтобы вам показать выгоду в приобретении санкционного автомобиля через нашу компанию. Погнали! С чего мы с вами начнем, друзья? Для начала мы зайдем на дром, а я уже зашел и это сделал, зашел в определенные модели, отсортировал по стоимости от низкой к большей. Мы сейчас посмотрим, сколько они стоят по дрому, именно варианты, которые продаются в наличии. Перейдем в статистику и сравним с ценами в тот бюджет, в который вы можете приобрести через нашу компанию. Итак, для начала берем один из самых популярных вариантов. Это Toyota Alphard 2020 год, гибрид, 2,5 литра, полный привод. Варианты в пути мы не рассматриваем. Вот, первый вариант 4 695 тысяч рублей. Без пробега, откроем. Цвет, конечно, сомнительный, пурпурный, не каждый выберет такой цвет. В основном приобретают такие автомобили в белом цвете. Так, 73 тысячи пробег, пурпурный цвет, 8-местный, иксовый. Перейдем в статистику, вот у меня уже есть открытый вариант. Нет, это не тот. Иксовый, 8 мест, 75 тысяч пробег, 4,5 балла. Белый цвет, то, что вы хотели, еще и люкаты, и на обвесе. Стоимость данного автомобиля во Владивостоке выходит в 3 миллиона 330 тысяч рублей. Выгода больше, чем 1 миллион рублей. Погнали дальше. Следующий вариант, не менее известный, это Toyota Land Cruiser Prado. Данные автомобили покупали, покупают и будут покупать, потому что в дилерском центре приобретение данного автомобиля будет намного дороже. 2020 год, объем 2,7, посмотрим, также на внутренний рынок можно найти варианты с объемом двигателя 2,8 дизельные. Остановимся на популярном варианте 2,7. Так, тачки в пути не смотрим, не смотрим. Давайте опустимся ниже. Так, 4 миллиона 400 тысяч рублей. Вот, неплохой вариант. 2,7, полный привод. Сколько пробег? 33 тысячи пробег. Пробег вообще небольшой. TXL комплектация. Так, пробег, статистика. Все бьется, как бы. Люкаты, шикарно. Черный салон. Но опять же, если мы посмотрим... Посмотрим статистику, да, покупок. Как правило, клиенты выбирают белый цвет. И вот я вам нашел вариант. 37 тысяч пробег, пятерка оценка, TXL комплектация. Открываем его. Вот такой шикарный вариант. На обвесе, рейлинге, люк, все, что надо, есть в автомобиле. Также черный салон. Стоимость данного автомобиля 3 миллиона 790 тысяч рублей. Разница в 600 тысяч рублей. Но вы приобретаете белого цвета тачку, оценку пятерку. Ну и в принципе у вас по бюджету есть такой зазор, что вы можете выбирать в соотношении с рынком, ну, автомобиль, который вам понравится. Вот и все. Автомобиль, который хотел бы себе приобрести любой ровный пацанчик на вашем районе. Это Toyota Crown, правильно? Эти автомобили всегда в нашем сердце. Вот видите, даже у меня на футболке. Так, 2,5 гибрид. Мы сегодня по гибридам максимально отрываемся. 2020 год, задний привод. В пути не рассматриваем. Ниже, ниже, ниже. Вот вариант RS Advance. 3 миллиона 300 тысяч рублей. 143 тысячи пробег. Для данного мотора это вообще далеко не приговор. Поэтому, в принципе, если бы я себе смотрел автомобиль, я бы, возможно, даже рассматривал с таким пробегом. Зайдем, откроем, посмотрим. Так, ну, аукционного листа нет.
что-то тут понаписал. Ну, может быть, тачка и в хорошем состоянии, но аукционника нет. В Благовещенске. На самом деле, в объявлениях я посмотрел по Владивостоку два варианта в пути и вариантов в наличии, в продаже я не вижу. И зайдем, посмотрим, сколько данные варианты стоят по статистике. Вот также РС-ка 71 тысяча, пробег 4,5 оценка. Открываем. Так, по состоянию персик, ничего страшного, криминального нету. Так, 2 642 тысячи. 2 642 тысячи. Вообще просто огонь. Цена на самом деле очень вкусная, очень приятная. На крауны особо сильно цена не поменялась в связи с санкциями. То есть, ну, раньше они стоили примерно там 2200, 2300, 2400. Опять же, здесь играют большую роль курсы. Но я думаю, что 2 650 тысяч рублей за оценку 4,5 балла, за пробег 71 тысяча, за надежность, за комфорт и кайф в целом и экономичность – это очень хороший бюджет. Четвертый автомобиль нашего списка – это Toyota Harrier. Вообще сегодня одни из самых популярных топовых автомобилей мы с вами рассматриваем. Так, 4WD, 2,5, гибрид, 80-й кузов будем смотреть. И сразу у нас появляется вариант, который продается в наличии – 3 895 тысяч. Без 5 – 3 900. Так, куча фотографий, аукционный лист есть. Тачка очень красивая. Внешне мне очень нравится. В Уссурийске продается. Вот вам, бесплатная реклама, пожалуйста. Так, и посмотрим по статистике. Я вот нашел также джишку, 53 тысячи пробег, оценка 4,5 балла. 2020 год. О, точно такой же цвет. Смотрите, вот, пожалуйста. Так, шикарный вариант. Но самое интересное впереди. Здесь также замечаний практически нету. Стоимость данного автомобиля 3 миллиона рублей. То есть разница вообще, она колоссальная. Грубо говоря, 900 тысяч рублей. 900 тысяч рублей. На 900 тысяч рублей что можно сделать? Все что угодно. Вот, Серега, что можно? Можно колеса купить. Сколько колеса? Ну, ориентировочно там 1040, да? 50. Поставить сигналку. Сигналка сколько? Ну, 1300. Можно подороже купить какую-то сигналку. Я не знаю, если вы покупаете дорогую сигнализацию. То есть, ну, бог с ним. Еще 50 тысяч. Итого 100 тысяч рублей. Закатать в пленку. Ну, литье давай возьмем еще какое-нибудь хорошее. Ну, там, сотка вместе с резиной еще. Ну, что, ну, обслужим мы еще машину, а обслуживание автомобиля не так дорого будет стоить. Айфон еще можно купить себе. Да. И наушники Apple. То есть, представляете, сколько всего вы можете сделать ну, на эти бабки. Просто куча всего. А можете еще одну тачку, кстати, купить просто, да? Еще один автомобиль. Про бокс на сдачу, точно. Шикарный вариант. Вот что-то перевезти, куда-нибудь поехать. Но это уже в следующем видео будет. И вот мы с вами подобрались к финальному варианту. Это Lexus RX. Чуть ли не сказал Toyota RX. В общем, это, наверное, ну, как по мне, это конкурент Toyota Harrier, предыдущему варианту, да? Но более жирный. Более жирнющий, я бы сказал. Вариантов у них много. Есть гибридные, есть бензиновые, есть переднеприводные, есть полноприводные и так далее. Мы рассмотрим RX300. Это полный привод, двухлитровый, турбовый. Так, зашли на дром, посмотрели. В пути. Вот вы видите, вроде как нету отметки в пути, но все фотографии с аукциона. То есть тачки здесь нету. Дальше в пути. И вот вариант за 5 250 000 рублей. 49 тысяч пробег, F-Sport. Так, откроем. Ну такой неплохой вариант. А, чуть не открывается. Опа, открылся. Неплохой вариант. Что у него тут есть интересного? Люк есть. Люк. О, панорама, да? Есть панорама. Да, неплохо. Четко, круто. Замечательно. Ну, мне нравится. Хотя, на самом деле, вот мне больше нравится почему-то Toyota Harrier. Вот именно в 80-м кузове. Запомнили, да? Зафиксировали. 5 250 000 рублей. И заходим в статистику. Причем,
Я вам сейчас далеко не самый дешевый вариант открою, но просто нашел персик, и в соотношении с той ценой, которая есть на дроме, он намного дешевле. Вот такой четверка оценка, 6 тысяч пробег, 4 миллиона 240 тысяч рублей. Друзья, давайте подведем итог. Вариантов по рынку не так много. То есть мы с вами посмотрели, 2 крауна есть в наличии, точнее, они стоят в пути, в наличии вариантов вообще нет. Если в каких-то городах они есть в наличии, то, скорее всего, выбора немного. То есть вот раз вариант и два, и выходите и выбираете. Но не стоит забывать о том, насколько они дороже стоят по наличию. Вы можете сэкономить от 600, там, от 500 тысяч рублей до миллиона и выше. Поэтому, я думаю, стоит подождать некоторое время и сэкономить такие деньги. Потому что мы вот сейчас с Серегой даже сидели, и куда эти деньги деть? Ну, как бы понятно, что может там то, третье, десятое купить. Место им всегда найдется. Но это реально деньги, которые вы можете сэкономить. Друзья, в следующем обзоре будут не менее интересные автомобили. Если вас интересует сравнение с ценами на какие-то определенные авто, можете писать в комментарии, рассмотрим. И, возможно, в следующем видео вы увидите данный автомобиль. Ну а мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пока. До скорых встреч. До скорых встреч. До скорых. Да. До скорой встречи. До скорой. Моя любовь к тебе навечно. Снято. А Lexus, кстати, хотите у меня купить? GS вот такой. Тут гибридный. GS. GSI. Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.